В Люберцах прошел спектакль Московского эстрадно-телевизионного театра. Называлось представление «Генератор настроения» или «Все будет хорошо». В постановке для всей семьи рассказали истории жизни одного изобретателя. Зрителей развлекали цирковыми номерами, конкурсами и даже дарили подарки. «Генератор настроения» или «Все будет хорошо» – это гастролирующий по России спектакль-сказка, спектакль-пародия на знакомые мультфильмы, спектакль-цирковое шоу. В главной роли на сцене – гениальный профессор. «Я встречал вокруг себя людей и друзей очень грустных, печальных, без настроения, и я все думал, как же их развеселить!» Чтобы решить проблему, ученый создает машину – генератор настроения. Это изобретение возвращает хорошее расположение духа людям с помощью веселых гостей, которые появляются из самого генератора. Шоу «Мыльных пузырей», прекрасная гимнастика, загадочный фокусник. Номера артистов не только поднимают настроение, но удивляют и завораживают. Ключевой момент спектакля – появление нескладного человека лет 40. Некто – профессор Грю. Он создает неприятности. С одной стороны, вроде бы я и как и злой, но по сюжету у нас понятно, что я очень добрый. Сюжет такой, что теряется деталь, и из генератора выходят не те персонажи, которых хотелось бы видеть. Так как шоу в первую очередь ориентировано на детей, в нем очень много понятного малышам юмора. Кроме того, артисты напрямую взаимодействуют с публикой. Вызывают ребят на сцену, проводят конкурсы и дарят подарки. Так, главный приз шоу «Гироскутер» достался победителю игры в горшочки. Очень неожиданно. Как... Буду, конечно. Ну, буду кататься. А где? На улице. Во дворе. Еще одним сюрпризом для зрителей стало участие в шоу животных. Вот номер с игуаной, а вот очаровательные собачки Чау-Чау. Это наши замечательные собачки. Моша. Моха, покажи мордочку. Вот, Моха. И кроха. Породы чау-чау. Мировое такое понятие, то, что они не поддаются совершенно дрессировке. Вот, мы взяли себе таких собак, думаем, очень интересно, неужели и правда собаки не поддаются дрессировке? Ничего, лаская, самое главное, вкусными-вкусными пряниками. Вот, очень хорошо, они воспитываются. Финал у спектакля «Генератор настроения» или «Все будет хорошо» счастливый. Волшебная машина снова работает. На сцене идет сказочный дождь. В зал вылетают огромные надувные шары. Зрители довольны. Мне больше всего понравились гигантские шары, потому что они... большие и очень воздушные. Мне представление понравилось, оно было красочное, яркое и веселое. Очень веселое шоу, не зря потраченное время, а чаще бы таких в нашем городе. Приходите к нам на шоу, и все будет хорошо! Анна Троян, Яна Яковлева и Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.